Александр, расскажи просто про бой с Антоном Авдеевым. Он в пуле, по-моему, лучше всех выступил. Тяжело потом было с ним фехтовать? Ну да, в пуле как бы не получилось нормально отжеребиться. Вот, сразу как бы проиграл 3 боя, но потом как бы получилось. Ну, прожеребился плохо, первый бой сразу же с Антоном Авдеевым. Но это был для меня не первый бой, у меня сначала было проведение. Там парень тоже такой был, обычно выиграл. Ну, с Антоном как-то по-другому настроился. Ну, и так вот получилось. Сначала начал проигрывать, получил. Как-то ровный бой, и вот что-то в концовке почувствовал уверенность в себе и не дал ему, как бы, ну, завершил до конца свой победный бой. А потом в бою с Ахапкиным ты сначала там проигрывал много уколов, догнал, но в итоге все-таки не смог, да, дожать? Ну да, 12-7 проигрывал, потом 3 укола, ой, ну да, 3, потом перерыв вроде бы, и 13-12 повел даже, подряд нанес уколы. Ну, в концовке опять как бы чуть небольшая неудача. Но сам виноват, чуть не получилось. Увидел свои ошибки, и как бы в решающий момент они раскрылись. Знаю свои ошибки, вот. В целом доволен тем, как выступил на кубке? Нет. Был шанс в тройку попасть, там, может, за победу побороться, а так нет. Какие у тебя теперь планы, в каких турнирах будешь участвовать? Не знаю, как судьба, как получится. Сейчас ты поедешь домой тренироваться? Домой, да, дома спокойно тренируюсь, в Казани. Спасибо тебе большое, удачи.